Apple оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро. Компанию наказали за то, что она не предупреждала клиентов об искусственном замедлении работы на моделях iPhone 6, SE 7 после обновления OS. Сама Apple свои действия объяснила заботой об аккумуляторах, но многие эксперты не поверили. Франция оштрафовала Apple на 25 миллионов евро по делу о специальном торможении смартфонов. Штраф был вынесен за то, что американская корпорация не предупреждала клиентов о замедлении работы трех моделей iPhone, в частности, 6 и 7. Как показало расследование французских специалистов, к замедлению работы устройств Apple приводило обновление OS. Яблочная компания признала, что специально замедляет работу смартфонов еще в 2017 году, однако объяснила это тем, что таким образом бережет аккумуляторы. Это действительно одно из слабых мест в смартфонах, но в данном случае это не оправдание, считает эксперт по технологиям Александр Баулин. Все современные аккумуляторы, они литий-ионные или литий-полимерные, у них есть ограниченное количество циклов заряда, которые они выдерживают. Чем меньше вот циклов заряда-разряда, тем дольше они проработают. И действительно, если у нас работает телефон медленнее, аккумулятор разряжает медленнее, и он реально будет дольше работать. Поэтому доля истины есть в том, что снижение производительности процессора продлевает срок жизни аккумулятора. Другой вопрос, что аккумулятор можно убить, там, не знаю, на морозе, кто-то будет там изредка заряжать смартфон, а кто-то постоянно заряд держать, и все это сотрется, и через там 3 года человек сам может сходить поменять аккумулятор. И вопрос был в том, что пользователи разные, режим у них разный, аккумулятор у них умирает с разной скоростью, а Apple решила, что им знать не положено, что как, она за них постарается увеличить цикл аккумулятора. И это было, конечно, очень странно. Но вот этот штраф, это прецедент? Я боюсь, что штраф мало заметен для Apple, для нее были чувствительными массовые негодования пользователей. Александр Баулин. Когда Apple в 2017 году призналась, что замедляет работу смартфонов, на компанию обрушились многомиллионные иски. Например, жительница Калифорнии Виолетта Майлян требовала от Apple компенсации моральных страданий от этой новости на сумму почти в $1 триллион. В России суды подобные иски рассматривать отказались. Были иски, например, на компенсацию морального вреда на 777 тысяч или на 55 тысяч. Как пояснял Тверской суд Москвы, иски не были приняты из-за отсутствия устранения недостатков в устройствах со стороны ИСОВ, конец цитаты. Apple пришлось даже приносить официальные извинения. В компании предложили скидки на замену аккумуляторов. Подобно политике планового замедления в 2018 году заподозрили и Samsung. Осуждать корпорации не следует, ковыряли рынка, говорит руководитель хай-тек Mail.ru Дмитрий Рябинин. Современный рынок смартфонов оказался в определенном тупике. Если посмотреть на продажи в мире, то по большинству регионов есть небольшой минус, то есть в пределах 5%. Это головная боль для производителей, потому что смартфоны стали крайне похожими друг на друга. И в данном случае, к сожалению, в последние годы прогресс на рынке смартфонов достаточно символический, при этом цены растут. Потребитель оказывается в неудобном положении, когда вроде как хочется новый смартфон, но при этом непонятно зачем. А в итоге получается, что цикл реплейсмента сейчас составляет примерно 33 месяца, и он плавно подбирается к 3 годам. Что очень важно касаемо бренда Apple, 62% базы всех айфонов на руках сейчас старше модели 10, ну или X, то есть им более 3 лет. Это очень большая доля, и в этой неприятной ситуации пользователь чаще всего прибегает все-таки к программному обновлению. Apple загнала себя в ловушку, когда пользователей очень сложно заставить купить новое устройство. Поэтому идут на различные ухищрения, в частности на замену аккумулятора, на продажу восстановленных устройств, на снижение цен в ряде регионов. Одним из таких способов является манипуляция с программным обеспечением. Дмитрий Рябинин. Власти Франции известны тем, что довольно жестко регулируют IT-сферу. Например, ранее Париж хотел обязать Google оплатить за использование контентом французских газет выдачи Google News, а корпорация Amazon запретил давать покупателям книг скидку и бесплатную доставку. В 2013 году Париж запретил Uber подавать машину быстрее, чем за 15 минут, чтобы не отнимать клиентов у таксомоторных компаний.